параллельно, естественно, будем всю планировку территории вести. Сейчас даже к 1 сентября сделаем между зданиями для существующей школы зону отдыха. Отставания от графика нет и не предвидится, докладывает главе муниципалитета Владислав Трофимов. Строительство пристройки на 200 человек Одинцовской школе номер 8 идет полным ходом. Сейчас идет уже монтаж фундаментов. Следующей неделе уже будем переходить уже само строительство самого здания, сборка каркаса, именно она идет, сборная у нас конструкция. Идут вынос инженерных сетей, параллельно все работы. К осени завершится вынос сетей, а в течение 3 месяцев будет собран каркас нового здания. 3-этажный учебный корпус будет рассчитан на детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут заниматься ученики Одинцовской школы «Надежда». На территории также появится площадка для спорта и отдыха. 1 сентября 2023 года здание откроет свои двери для ребят. Эмилия Реклян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».